Игорь, с дебютом вас. Как вам игра? Спасибо. Ну, понятно, что тяжелая игра, естественно, да. Ну, для первого раза, так скажем, для первой игры удовлетворительно. Оценку можно поставить. Я ошибаюсь, или вы голос сорвали сегодня? Ну, он уже был, да. Приболел чуть-чуть, был уже подсажен чуть. Ну, и, естественно, где-то подсказывал, кричал, еще подсел голос. Результатом удовлетворены? Ну, да, правильное слово, наверное, не сказать. Доволен нет, наверное, потому что понятно, что не выиграли. Удовлетворен, да, наверное, да, можно так сказать. Какой из таймов вам больше понравился? Первый тайм больше понравился мне, да, особенно там первые там, минут 30, не знаю, 30-35 где-то, когда были силы, пока прессинговали, то есть, ну, плюс-минус, опять же. Вот, надо игру посмотреть, если вы говорите про всю игру, то, да, первые минуты понравились. Как вам результаты в параллельных матчах? Словакия-Словения 1-1 и Кипр проиграл Мальте 0-3. Эти результаты мне никак, главное, там дальше 0-0 с Хорватией сыграли, но сейчас это абсолютно уже неинтересно, думать про Кипр уже, а потом уже подумаем про Мальту. Как вам поддержка сегодня болельщиков? Огненная, честно говоря, огненная поддержка, спасибо огромное. Давно не играли, и ребята при такой поддержке не играли, там, и мы на стадионе не находились, поэтому огромное спасибо всем, кто пришел и так поддерживал. Спасибо большое. Спасибо.